Доброе утро! Доброе утро! Мы снова с вами и постараемся вам поднять настроение на весь день. Тогда давайте начнем утро с прекрасного, с искусства. И, как сказал великий Лев Толстой, искусство есть одно из средств единения людей. Отличная мысль! Давайте все объединимся и будем созерцать искусство. А как сказал Альберт Эйнштейн, искусство – это самый легкий способ выражения самых сложных мыслей. А вот еще один умный человек сказал, задача искусства – протирать нам глаза. Может быть, он имел в виду, что мы сейчас все проснемся и будем смотреть наш сюжет? Искусство. Что это? Какая магия скрыта в нем, которая завораживает и заставляет посвящать ему всю свою жизнь и помыслы? Оно притягивает и поражает, восхищает и пугает. Со времени появления человека искусство всегда имело над ним магическую силу. В наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет эстетическое удовольствие. Таким образом, критерием искусства является способность вызывать отклик у других людей. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Искусство может нравиться или нет, но то, что оно вплетено в нашу жизнь незримыми нитями, совершенно точно. Ведь без него мир вокруг был бы намного скучнее. Искусство – удивительная вещь. Равнодушных, наверное, не бывает. Как раз наша гостья именно такая. Она неравнодушна к искусству и старается передать это своим ученикам-деткам в студии. Как сказал Фридрих Ницше, задача художника – сделать нас детьми. Давайте знакомиться с гостьей. Шарифа Шарафхаджаева – художник. Член творческого объединения художников Узбекистана. Участник творческой группы художников 5+1. Любит создавать инсталляции. Постоянный участник выставок современного искусства. Обладатель многих дипломов и гран-при. Любит студию детского творчества, где преподает детям, и называет ее своей семьей. Мама двоих мальчишек. Считает, что везде нужна любовь. Без нее никак. Доброе утро, Шарифа. Очень рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Шарифа, вы сами художник, участвовали в стольких выставках, международных биеннале. Почему вы решили работать с детьми? На самом деле у меня мама педагог, и это скорее, наверное, наша семейная династия, которая повторяет из поколения в поколение педагогов. Работая с детьми, я вдохновляюсь. И, честно говоря, детки, они, наверное, многому учат скорее меня, потому как свобода мысли, свобода выражения в своих работах и та смелость, которую имеют детки, этому стоит даже позавидовать. Расскажите поподробнее про детскую студию, в которой вы преподаете. Наша студия называется «Начало большого успеха». Впечатляющее название. Хорошее. Сразу. Задает тон. Точно. Дело в том, что наша студия находится при галерее изобразительного искусства Узбекистана, Национального банка Узбекистана. И мы взяли аббревиатуру НБУ и назвали нашу студию «Началом большого успеха». Эта студия им уже работает около 14 лет со дня открытия нашей галереи. И это уникальная возможность для детей в центре культурного эпицентра заниматься творчеством, видеть выставки не только наших художников, но и зарубежных. Вот сейчас скоро у нас будет международная биеннале, и у наших деток есть уникальная возможность видеть воочию все выставки, обсуждать. Начало большого успеха. Студия детского творчества. Своей основной целью Шарифа Шарафхаджаева ставит научить ребенка видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира, развить способность воспринимать и отображать ее.
Специально для детей разных возрастных категорий была разработана новая программа занятий, где в процессе обучения дети знакомятся с оригинальными произведениями наиболее известных художников нашей страны из коллекции Национального банка Республики Узбекистан. Так с чего же начинается большой успех? Что служит началом? Наверное, прежде всего, это любовь учителя к искусству и к своему делу, которое он должен передать своим ученикам. Именно так и поступает Шарифа, вовлекая детей в огромный мир искусства, где каждый, несомненно, сможет добиться большого успеха. Шарифа, смотрите, сейчас очень популярны всевозможные кружки изобразительного искусства, и родители очень часто своих детей пытаются направить именно в эту сферу. Как вы считаете, это очень сейчас полезно детям? Стоит ли действительно делать на этом такой акцент? На самом деле, действительно, в сегодняшнее время очень популярно стало деток развивать, и это очень большой плюс. Мы ограничились только детскими школами музыки и искусства. А сейчас такое огромное разнообразие, что есть и театральные кружки, да, есть и танцы, есть и современные технологии. Настолько сейчас огромное разнообразие, что наши молодые мамочки, они не оставляют нашим деткам свободного времени. Я думаю, это очень правильно, потому как детей надо развивать чуть ли не с утробы. Да, с какого возраста, по вашему мнению? Мама носит под сердцем своего малыша, она уже должна ходить в галерею, она уже должна смотреть на красивые вещи, чтобы посредством музыки, посредством изобразительного искусства уже в утробе развивается ребенок, он слышит, он чувствует эти звуки, он чувствует эти прикосновения мамы, и это очень важно для развития ребенка. Да, я, кстати, согласна. Сложно ли вообще работать с детьми? Ну, детки, конечно, вы знаете, маленькая вселенная, которая в себя впитывает всю энергию. И, естественно, ты после занятий, когда у тебя их прошло через руки около 30 человек в день, ты выжатый лимон. Но, вы знаете, вся эта энергия восполняется в разы, когда ты видишь, какую отдачу они несут за собой. И когда ты видишь результат, и когда мы выигрываем конкурсы международные, получаем первые места, поступаем в вузы художественные, вот это восполняется просто на нет. И поэтому, я думаю, все, что я для них трачу, восполняется в разы. Есть дети, которые остались в истории как величайшие художники, несмотря на свой юный возраст. Наверняка все слышали о Наде Рушевой, чьи рисунки прославились на весь мир. Давайте посмотрим сюжет. «Я живу жизнью тех, кого рисую», — говорила Надя Рушева. Художница ушла из жизни совсем юной, но и спустя уже почти полвека после ее смерти творчество Нади Рушевой остается одним из самых удивительных художественных явлений. Надя начала рисовать с 5 лет. Сама, никто с ней не занимался. Она рисовала иллюстрации к Пушкину и Булгакову, Экзюпери и Толстому, греческим мифам и русским сказкам. Тонко, по-взрослому. Надя Рушева рисовала быстро, без черновиков и стирательной резинки. Говорила, что видит рисунки заранее, их остается только обвести. Надя читала столько, сколько за всю жизнь не осиливает и взрослый человек, русскую и зарубежную классику, обожала Пушкина и Шекспира. Выставки девочки проходили в Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше и других странах. Всего более 160 экспозиций. Но, несмотря на популярность при жизни, в художнице не было ни снобизма, ни звездной болезни, ни любви к публичности. Утром 6 марта, одевая школьную форму, Надя внезапно потеряла сознание. 5 часов врачи делали ей уколы и увезли в больницу. Там, не приходя в сознание, от кровоизлияния в мозг она скончалась. У девочки обнаружился врожденный дефект сосуда головного мозга. Врачи не смогли ей помочь. 12 тысяч картин и всего 17 лет жизни. Именем Нади Рушевой названа «Малая планета» и «Перевал на Кавказе». А ее рисунки хранятся во многих российских музеях. Шарифа, что, по вашему мнению, меняется в характере ребенка, когда он занимается изобразительным искусством?
Очень важно развивать ребенка, несмотря на то, что растите ли вы в нем банкира будущего, хирурга, неважно. Ребенок, который занимается изобразительным искусством, который знает, что такое теплый оттенок, что такое холодный, он элементарно просто подойдет к зеркалу утром папе и скажет, а вот этот галстук не подходит к этому пиджаку. Элементарно вот такие вот моменты говорят о том, что он уже чувствует оттенки, он чувствует цвета. Это очень важно, и поэтому, я думаю, в будущем в любом случае только развивать. То есть это даже может как-то развивать и повлиять на стиль? Конечно, это очень немаловажный фактор, потому как детки, которые занимаются изобразительным искусством в дальнейшем, они видят все, то есть они могут сделать свой дизайн одежды, они могут сделать обстановку в своей детской комнате или элементарно выбрать цвет обоев. А вот смотрите, если к вам приводят ребенка, но вы видите, что у него нет никаких абсолютно навыков и таланта к рисованию, вы продолжаете дальше с ним работать, развивать как-то? При приеме детей в студию провожу урок знакомительный с малышом и даю возможность ему высказаться, что ему нравится, как он рисует, что ему интересно, какие у него фантазии. Вы знаете, порой бывает, что желание родителей больше превосходит, да, чем желание ребенка. И ребенок, который приходит на первое занятие, а у нас полтора часа, академический час, буквально его хватает на 10 минут, остальное время он хочет бегать, прыгать. Да. И тогда я понимаю, что это гиперактивный ребенок, и ему нужно заниматься спортом. И тогда мне приходится вести работу уже с родителями. Как родители реагируют на это? Пытаются вас переубедить? Вы знаете, был у меня такой пример, когда привели ребенка. Мы проводим экскурсию по галерее, так как у нас есть такая замечательная возможность. И когда я задала вопрос, какая работа тебе больше приглянулась, он мне сказал, вот тот пожарный кран очень интересный был. И вот там, вот вы знаете, что у вас там технический шкафчик, не в палатке, надо там, надо как-то обезопасить. Вы сразу поняли. И я понимаю, что этому ребенку абсолютно неинтересна живопись, ему скорее нужно идти на курсы робототехники. Да. И вы знаете, ребенок с таким замечательным удовольствием сейчас занимается робототехникой и имеет большие успехи. Вот к нам приходят толкнули, гости. Да, главное увидеть. Да. Главное увидеть, это точно. Шерифа, с чего начинается ваше утро? Мое утро начинается с того, что надо детишек собирать к школе. А с полезного завтрака, яичницы в виде рожицы смайлика. Творчество даже на кухне. Да. И вы знаете, на данный момент скорее мои детки уже шеф-повара. Младшему моему сыну 13 лет. Порой, когда я возвращаюсь с работы, не успев приготовить ужин, меня ждет целый ляган золотистой жареной картошечки. Ой, какой молодец. Я в этот момент только задумываюсь о том, что же происходит теперь с моей плитой. Ну, посмотрю я попозже. Ну, когда ты понимаешь, что 13-летний ребенок приготовил полноценное блюдо, это, конечно же, уходит на второй план. Вдохновение – это не селедка, которую можно засолить на многие годы. Гёте. Это ты так намекаешь на рубрику «Вкусный завтрак», но у нас сегодня не селедка, а вкусный и полезный смузи. Здравствуйте! Сегодня мы с вами готовим смузи зеленый, очень полезный для здоровья. В нашем смузи сегодня участвуют яблоко, обязательно надо нарезать и очистить серединку, корень сельдерей, имбирь с медом, лед и немножко воды. Яблочки отправляем в чашку блендера. Корень сельдерей также отправляем в чашку блендера. Вполне достаточно. Имбирь с медом. Буквально одна чайная ложечка. Есть. Лед. Несколько кубиков. Настолько, насколько вам хочется, чтобы оно было охлаждено. Так как у нас получается очень густая смесь, нам ее надо чем-то разбавить. В нашем случае я разбавляю обычной водой без газа. Чуть-чуть. Закрываем крышечкой и начинаем работать.
посмотрим, насколько все разбилось, соединилось. Ага. Если вам кажется, что это для вас слишком густо, можете понемножечку добавлять воды. Смотрим, что у нас получилось. Соломочка. Смузи очень густые напитки, поэтому для этого используется соломочка с большим отверстием. Немножко украшения. Приятного аппетита! Очень легкий и удобный в приготовлении смузи. Выпил — и заряд энергии на весь день. И главное, готовится очень быстро, как раз для тех, кто вечно спешит на работу. Ну а мы продолжаем. Вы мама сама двоих детей, а ваши дети, они у вас тоже творческие? Вы знаете, это скорее всего гены, да, сказывается. Но, как говорится, сапожник для сапог, на своих деток, к сожалению, не хватает времени, но вот мой 4-летний малыш, когда пришел с детского садика и сказал, что он сегодня просветил всю группу, что такое инсталляция и современное искусство. О, боже мой, 4-летний! Да вы что? А воспитательница долго меня расспрашивала, что это такое. Откуда? Просто она очень долго сомневалась, хорошее ли это слово. У вас получается такой творческий союз, потому что ваш супруг тоже связан с творчеством, верно? Вы знаете, он на самом деле закончил автодорожный институт, он инженер-строитель, мостостроитель, но за свою жизнь мы скорее с ним построили мост, это была инсталляция, одна из моих первых инсталляций из 300 видеокассет, мы собрали с ним мост. Так что мы воплотили, можно сказать, его инженерные, технические навыки и мои художественные. Вот так у нас создался союз и тандем творческий. Очень здорово. В каких проектах вам удалось поучаствовать непосредственно как художнику? Я являюсь членом группы, молодежной группы художников 5+1. И сейчас мы представляем современное искусство Узбекистана. И в этом году мы тоже будем участвовать в международном биеннале. Буквально скоро. Расскажите, что интересненького вы готовите? Актуальное искусство, оно говорит о том, что происходит здесь и сейчас. Естественно, это очень интересно и зрителю, и художнику, который живет в данное время, он говорит о той проблеме, о тех каких-то моментах, которые волнуют его сегодня. Волнуют, да, сегодня и сейчас. А название данного проекта – это «Искусство и технологии». А у нас следующий сюжет о талантливых детках. Оставайтесь с нами. Ван Яня начала рисовать в 2,5 года под руководством своего отца, который сам был художником-самоучкой. Ее творчество на протяжении 1977-1991 годов было в центре внимания крупнейших средств массовой информации. В Китае о Ван Яне был снят документальный фильм. Перед камерой она создавала свои картины и демонстрировала навыки каллиграфии. Ван Яне после этого стала широко известна как «маленькая художница обезьянок». Отец, работавший в европейском стиле, поощрял ее занятия живописью с самого начала, а с 1983 года даже отказался от собственной карьеры. Когда Яне путешествовала с выставками, он всегда сопровождал ее.
Первые официальные выставки художницы состоялись на родине в Гуйлине и Шанхае, когда девочке было всего 4 года. Когда ей исполнилось 6 лет, состоялась персональная выставка в Пекине. К этому времени было создано около 4000 картин. Ее картины появились на почтовых марках Китая, когда девочке исполнилось 8 лет. Персональные выставки девочки прошли в Гонконге и Японии. Первая персональная выставка в Лондоне прошла, когда Вань Яне было 14 лет. Когда ей исполнилось 16, о ней было написано уже 6 книг. Пресса называла девочку «китайским Пикассо». В собственности семьи находились почти все картины и рисунки Вань Яне. На 1989 год их число достигло 10 тысяч. Ни одной картины семья не продала, несмотря на выгодные предложения. Некоторые издания называют художницу самым известным вундеркиндом, родом не с Запада, в мире изобразительного искусства. Шерифа, а расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Общество дружбы Узбекистана с Японией» и как это связано с вашим искусством? Дело в том, что я делю свою, как сказать, деятельность творческую, еще кроме того, как и куратор выставок, меня назначили директором Общества дружбы Узбекистана и Японии, и сейчас очень активно, буквально поглощена вся культура Японии. Основной целью нашего общества является пропаганда изобразительного искусства Узбекистана для народов Японии, а также для народов Узбекистана культуру Японии. Угу. То есть мы такой производим взаимообмен культурный. Да. И одна из, можно сказать, талантливых художников, Гайне Мативасян, является членом данного общества, и с ней мы уже вот не один проект прорабатываем в данном направлении. И в этом году мы тоже планируем выставку, там, где Гайне Мативасян, мастер по сумее и каллиграфии, будет на языке сумее рассказывать о культуре Узбекистана. Это уникальный проект. Очень интересно. Очень интересно, очень интригует. Мне кажется, это будет очень полезно и нам, и нашим. Да, я очень надеюсь на то, что этот проект будет успешным. Я уверена в этом, что он будет успешным. И мы проводили ее выставку «Весенний рассвет». В этом году, дай бог, мы тоже планируем персональную выставку. Вы занимаетесь в стольких проектах. Как вас на все хватает? Когда где вы черпаете вдохновение, силы? Элементарно, это же такая работа, где нужно постоянно новые эмоции, новые ощущения, вдохновение, что-то новое нести миру. Да, на самом деле я сама немножко такая в шоке, что так можно все это совмещать, и плюс еще семья. Я считаю, для меня, как для женщины, для матери, в первую очередь, это семья. Хочу сказать, что огромную благодарность я хочу своему супругу. Поддержка, конечно. Потому как он мой тыл, моя поддержка и та энергия, которую я черпаю, вдохновение. Это секрет. Да, вдохновение я черпаю в своей семье. Давайте немного прервемся и посмотрим, чем же интересным можно занять своего малыша. Жень, надеюсь, ты приготовила для нас что-нибудь интересное? Да, конечно. И, кстати, уважаемые телезрительницы, пишите мне, кто и как применял лайфхаки. Я жду. А это игра для самых маленьких. Вам нужна пластмассовая баночка с крышкой и... Скажите, что бы вы посоветовали мамочкам, которые собираются только отдать своих детей вот в такого рода кружки изобразительного искусства? Прислушиваться к своим деткам, потому как очень важно знать, чего хочет их ребенок. Просто наблюдать за ним, просто уделить ему время для того, чтобы понять, что ему нравится. Да, к чему у него больше интерес? Во всем нужна любовь. Любовь к искусству, любовь к детям, любовь к жизни. Ребенок не говорит о своих чувствах словами. Он говорит это в рисунке. И я понимаю, в каком настроении он сегодня пришел.
Что нужно сделать для того, чтобы он ушел отсюда в хорошем настроении? То есть вы еще и психолог? Это происходит автоматически. То есть это невозможно разъединить педагога и психолога. Ты становишься действительно человеком, который лечит душу ребенка. Когда пришла малышка и стала рисовать все в черных цветах, так, мы постепенно стали посредством цветоведения вспомнили, что такое радуга. И у ребенка поднялось настроение к концу занятия. Она ушла со светлыми чувствами, с хорошим настроением. Я так считаю, что это арт-терапия, которая очень нужна маленьким деткам, чтобы выплеснуть свои эмоции. Отом де Форест. Юная американская художница. С 2008 года по настоящее время ее творчество находится в поле внимания крупных средств массовой информации и художественных критиков. Родители случайно обратили внимание на художественные способности Отом. Отец девочки, музыкант и композитор, рассказывал, что был в гараже, занимаясь ремонтом мебели, когда туда пришла 5-летняя дочь. Она спросила, можно ли взять лист фанеры и кисть, чтобы порисовать. Возвращаемся к нашей беседе. Шерифа, вы бы бывали на стольких выставках. Вы куратор, вы организовываете детские выставки. Но все-таки очень хочется, чтобы вы выделили какую-то одну очень яркую, запоминающуюся вот для вас. Я думаю, это скорее международная выставка, которая проходила в Астане. И мы каждый год участвуем в международных конкурсах в Чехии, в Китае, в Казахстане. Это был фестиваль Art of Planet. Мои детки стали победителями конкурса, и пятеро наших детишек имели возможность представлять с гордостью Республику Узбекистан, так как в этом году в Казахстане назван годом Узбекистана. Да. Для нас было особое внимание. И хочу сказать, что это было замечательное путешествие, фейерверк эмоций. В этом конкурсе участвовал в этом году не только Средняя Азия, но и весь Тихоокеанский регион. То есть наши детки познакомились с гостями из Индии, из Китая, из Японии. Они таким образом свой язык еще проверяли. Они дружат до сих пор, общаются, даже ездят друг к другу. Это буквально меняет все мировоззрение ребенка, и он впервые понимает, что все границы, по сути, стираются, и та дружба посредством искусства, творчества объединяет нации. Это было что-то. Дорогого стоит, конечно, увидеть такое. Да, рада это за вас. Очень важно. Спасибо большое. Искусство – зеркало, где каждый видит себя. И это тоже Гёте. И если вы хотите видеть себя в зеркале стройной и красивой, то встаем и не ленимся. Наша спортивная рубрика с Арнеллой Никитиной. Всем доброе утро! Меня зовут Арнелла, и сегодня я вам покажу комплекс упражнений для всего тела с помощью фитнес-резинок и стула. И по традиции мы сегодня начнем наше утро с легкой разминки. Начинаем разминать шейный отдел. Теперь разомнем плечи. Делаем круговые движения в каждую сторону. 8-10 повторений. Также разомнем плечи. 8-10 повторений в каждую сторону. Делаем наклоны. Стараемся наклоняться как можно ниже. Делаем наклоны вперед. Разминаем обязательно коленные суставы. Также 8-10 повторений в каждую сторону. Сегодня мы с вами будем делать базовые упражнения с помощью фитнес-резинок. Берем самую легкую фитнес-резинку и будем качать грудные мышцы.
также 10-15 повторений. Для следующего упражнения вам понадобится стул, либо другой предмет для того, чтобы вы могли опираться. Одной рукой мы держим резинку, второй растягиваем. Тем самым прокачивается трицепс руки. Также можете сделать 10-15 повторений до жжения. Каждую руку. Для следующего упражнения вам понадобится более тугая резинка. Синяя. Нам нужно будет одеть ее на ноги. Одеваем ее на ноги до середины икр. Также опираемся на стул руками и отводим ногу максимально назад. Для того, чтобы проработали ягодичные мышцы. 15-20 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение будет на внешнюю часть бедра. Встаем также, упираясь о стул, ногу отводим в бок. Для следующего упражнения нам понадобится самая сложная резинка, черная. Нам ее нужно будет также одеть на ноги, только до середины бедра. Расставить ноги на ширине плеч, выпрямить спину и начинаем приседать. Не забывайте, что колени должны сгибаться под углом 90 градусов. И таких 15-20 приседаний. Это были базовые упражнения для всего тела с помощью фитнес-резинок. Увидимся с вами в следующий раз. До свидания! Шерифа, вы говорите, у вас две группы, младшая и старшая. А наверняка различаются методики работы у вас для детей. В младшей какие вы применяете хитрости, может быть, чему вы их там обучаете? Очень важно для ребенка с младшей группы вести работу в игровой форме, потому как ребенка надо завлечь, ребенка надо зажечь. Очень важно дать ему тот посыл, на какую тему мы сегодня работаем. Они настолько расплескиваются, да, и, можно так сказать, разворачиваются в своих фантазиях, что не могут собрать все это воедино. И потом уже приходится как-то конкретно работать. А старшая группа, где уже чуть взрослее дети, с ними работа уже идет, наверное, более серьезная, да? Более серьезная работа. Вы знаете, так получается, что приходят в группу и малыши, и взрослые одновременно. Ага. Например, у нас сегодня постановка «Натюрморт». И вы знаете, совершенно с разных ракурсов видит это 6-летний ребенок и 15-летний ребенок. 15-летний ребенок, естественно, на основе той методики, которую я даю, академическая школа, и ребенок это исполняет абсолютно в профессиональной форме. А ребенок-малыш, который рисует данный натюрморт, говорит, ну не нравится мне этот банан, я хочу сделать ему ушки, глаза и ротик. И этот натюрморт превращается в авангард. Поэтому здесь вот мы варьируем, исходя из, естественно, возраста ребенка и его восприятия. А бывает такое, что в группе какой-то любимчик, может быть, ребенок, у которого, вы понимаете, вот, ну вот это будущая звезда. Каверзный вопрос, конечно, потому как сейчас по ту сторону экрана будут смотреть все мои детки. Всем сейчас привет! Внимание прислушиваются, кого же выделит Шерифа Эркиновна. На самом деле, вы знаете, каждый для меня ребенок дорог, потому как они все индивидуальны, они все маленькие волшебники.
нету такого ребенка, чтобы выделялся. Конечно, может быть, где-то в глубине сердца я таю этого ребенка, но говорить не буду. Для вас они все. На самом деле, для меня они все любимчики, потому что каждый из них для меня звездочка, которая дополняет друг друга. Это все выплескивается в семью под названием «Начало большого успеха». Айлита Андре считается самой молодой художницей в мире. Ее первая персональная выставка под названием «Чудо цвета» состоялась в Нью-Йорке в июне 2011 года. Родители девочки – художники, папа – австралиец, мама – русская. Андре проявила интерес к живописи в 9 месяцев и с тех пор увлеченно работает над полотнами, самостоятельно подбирая краски и композицию. Мировая известность пришла к ней в 2 года, когда родители взяли ее 15 полотен и показали куратору в галерее Брансуик-стрит. Они не сказали ее возраст, и галерея согласилась выставить ее работы. Картина Айлиты – чистая абстракция. А потом был огромный успех, и 7 ее полотен были проданы до окончания выставки. Общая стоимость 32 проданных картин Айлиты оценивается в 800 тысяч долларов. Она является членом Национальной ассоциации художников Австралии, работает в технике автоматизма и акцидентализма. Картина Айлиты выставляется в галерее Brunswick Street Gallery в Мельбурне и оценивается в сумму от 1000 до 24 тысяч долларов. Шарифа, скажите, пожалуйста, а кого больше у вас, мальчиков или девочек? Очень хороший вопрос. У меня практически 80% это девочки. Девочки, да. Не знаю, с чем это связано, наверное, скорее с тем, что мальчики у нас гиперактивные и в основном бегают, прыгают, хотят заниматься спортом или еще чем-либо. Но вы знаете, те мальчики, которые приходят к нам, они более усидчивые, чем девочки. Да, мне кажется, еще здесь мамы есть, у которых стереотип, что мальчики все-таки это больше футбол, тэквондо, а девочки это вот рисование, танцы, да? Наверное, еще тут от мамы зависит. Да, много. Может быть, это такой стереотип. Если взять в общем вообще в истории изобразительного искусства, в основном все гениальные художники – это мужчины. Мужчины, да. Девочки становятся мамами, хозяйками. Замуж, у них все, очень много забот, хлопот. Творческая карьера заканчивается. Да, и очень мало таких девочек, которые стали бы до уровня Ван Гога, там, Матисса. Да? У нас есть такой коронный вопрос, который мы задаем каждому нашему гостю. Всегда очень интересно. Мне интересно, как вы, творческий человек, опишете тремя прилагательными ваше утро. Какое оно у вас? Бодрое. Солнечное, задорное. Задорное. Настоящий творческий человек. Надеюсь, ваше утро такое же солнечное и задорное, как у нашей гости. Шарифа, спасибо вам большое за сегодняшнее общение. Мы узнали очень много полезного. И мы думаем, что многие мамочки захотят обязательно привести к вам своих детей, мальчиков, девочек, независимо. Потому что мы уже этого хотим. Да, мы уже этого хотим. Хорошего вам дня, успехов вам во всем вашем творчестве. Мы будем пристально следить. Спасибо еще раз. Спасибо огромное. Как сказал Гиппократ, жизнь коротка, искусство вечно. А еще говорят, когда вы занимаетесь искусством, неважно, хорошо или плохо у вас получается, ваша душа растет. Ну а сегодня мы с вами прощаемся и желаем, чтобы ваша жизнь наполнялась прекрасным. Обязательно найдите занятия по душе себе и своим деткам. Хорошего вам дня. Смотрите нас каждый четверг на телеканале ЗОР ТВ. Пока-пока.